Как дела? Как здоровье? Все хорошо, все здоров, отступаем. Отступаете? Да пи***, вы нас. Я сегодня у Славки был, он, блядь, запугал, говорит, окружили туда-сюда в окружении, я целый день на иголках. Ну, мы вышли. Ну, молодцы. Да нас уже опять окружают, значит, делать? Ну, охуеть делать. Ну, что там, что там Путин-то, какие новости, что говорит-то? Ну, говорят, пацанов готовят, да призвали, сейчас они полмесяца, уже кто неделя, кто две, уже потихоньку будут отправлять. Нам уже приехали, их вообще не готовили. Ну, где-то готовят, Саш, я не знаю уже, кому что верить. Сейчас от Вознесенского, от Новопетровки, мы откатились. Сейчас на Давыдов в рот нас кинули. Понял. Хуй, как полки, за ночь вторую позицию меняем. Идет хуй, рта забирает. Сейчас вот эти территории, они же присоединили нас. Сегодня подписали, это уже территория России. Но... может применять, применят тактическую авиацию, лебедей, чтобы все там сжечь. Так-то хуй, да хуя их очень, один 40, вот у вас там. На одного 40, это как с китайцами. Не знаю, почему дали им собраться, почему не в это непонятно, но разборки, наверное, будут. Ну, тут, братан, знаешь, сколько таких случаев. Хуй, что-то, душком сейчас попахивает, да, есть такой запах. Ну, сегодня мы, за нас сегодня два раза, вчера только, позиции выкопали, в час ночи сняли нас, еще на 15 километров назад отбросили. Мы-то стоим, понимаешь, а фланги пробивают, они скатываются, в окружении. Ну, да я так посмотрел, это еще хуй. Мониторы нашли, где вы там находитесь. Высокополье это хуй. Там, говорю, моя карьера начала получать высокополье. Рвать их надо, давить один надо. Ну, видишь, основная это о чем? То, что артой хуй накрывает. Да, это самое страшное, но... видишь, такая война, другая война, совсем другая, блядь.